Испытать новое устройство горожан приглашают 11 сентября в 12:00 на Кировском. Здесь можно будет принять участие в развлекательной программе, выиграть тематические призы и, разумеется, внести свой вклад в сохранение экологии, сдав турсырье. Средства, вырученные на его реализации, организаторы обещают направить в один из благотворительных детских фондов Челябинской области. В перспективе в областном центре появится сеть фондоматов, которая позволит сократить количество мусора, поступающего на захоронение, и улучшить показатели раздельного сбора твердых коммунальных отходов.